Transforming the tubes. We need your support. If you got the breath back. Я думаю, мы уже как команда, мы достаточно долго вместе работаем и уже почти как семья. Как в жизни, так и на сцене, естественно, должен быть лидер коллектива. В нашем случае это Кирилл, он настоящий артист. Он играл в театре, он играл в КВН. У него своя манера петь, двигаться. Самое главное, наверное, это его энергетика. Нам даже как-то расписали, что от него можно телефон зарядить. Лена присоединилась к нам сравнительно недавно, и наше шоу-программа с ней стала гораздо шире, у нас стало гораздо больше возможностей. У нас не получился великолепный творческий тандем. Да что говорить, достаточно послушать, как она поет, и посмотреть, как она двигается, и все станет понятно без слов. У любого коллектива должен быть любимец женской публики. Миша, это наш басист. На самом деле, это самый скромный и самый тихий участник нашей группы в жизни. Чего бы вы никогда не подумали. Но помимо того, что он прекрасный музыкант, он еще и замечательный актер, на мой личный взгляд. Эдик – это рок-н-ролл, крутая подача и безумные гитарные соло. Просто до мурашек. Он не только играет на гитаре, он еще и играет на барабанах, причем играет прекрасно. Еще он любит татуировку, у него шикарный рукав. В общем… Дима – это наш трубач, он не только играет, он еще и танцует, он еще и поет. Да и в наше нелегкое время, когда везде звучит электронная диджейская музыка, труба – это прямо глоток настоящей живой музыки. Барабаны – это самое крутое, что может быть. Леня – это наш пульс, гуру пульса. И он за считанные минуты может завести публику просто вот так. Друзья, это была группа Fighters! С
Спасибо вам огромное, шикарного вам настроения. Ищите нас в Инстаграме и ВКонтакте. Слушайте правильную музыку. Счастливо! Пока! Пока!